Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Тачку просто три болтика открутили. Что, уже можно снимать? Так, брызгает со всех визуально одинаково, да? Пойдем. А сейчас будем мерять по давлению или как? Ну посмотрим, если обратно. Куда смотреть вообще? Четыре, да, брызгает? Четыре, на запад будет равномерно. Равномерно. Запускается дондер в холодную пору року свободно, легко. Ему минимально должно быть 14 кубиков пусковых, минимально. А максимально может быть там до 26-24, то есть, ну, тобто це предел. Ну, 30 це дуже багато, це буде стукати, наприклад. А я понимаю, ну буде стукати при запуску. А от хорошо, це коли ідеально. Це от 16 до 24, а це ідеальний у нього пускові. То есть все в норме, да? Ну, это запусковый, да. Он сейчас дальше проверил ваш режим, и как оно там, что дальше будет. На 1100, там 1200 оборотов. И тогда уже 500. Это прям сейчас он проверит? Да. На их не раскурить не пить. Ну, сейчас подробно шукаем. Ну, это уже старая модель, но то, а там шукаем. Попробую найти, чем это. Найти, по-моему, интересно, на году. Это масло, да? Масло? Да ничего, бляпал вот это чудо, ради бога. Что мы тут смотрим? Не, тут твой хочет подивиться на режимах, когда регулятор срабатывает. Коли, ну, момент. Бо так не видно ж візуально. Ну это уже состояние плунжера. И сильно хорошее. А ну там и пусковые показывал больше всех.
Так что это значит? Ну, да это просто перегрузка. Ну, то есть в нагрузку как он будет. Угу. Ну и а как показатели? Так как? Показатели в ноль. Это на холостые, да? Это на холостые.